По счастливой случайности мы имеем интеллект, который способен осознавать. Существуем, чтобы менять мир. Единственный смысл в существовании человечества – это повышение уровня жизни. Объект – это и есть организм. Мы назвали это призраком, потому что, по сути, это объяснить невозможно. Ты заходишь и попадаешь в некий ребус, который хочешь разгадать. Мы хотим своей работой мотивировать, поэтому основной посыл – сплетение человека с объектом. Ты являешься частью интересных проектов и частью команды. Это и есть жизнь, и здесь она кипит. Не смотришь на изделие как столяр, смотришь на изделие с разных точек зрения, и ты делишься информацией, создаешь нечто. Наши проекты, они действительно что-то новое. Можно делать все, что угодно. Это делается также из какой-то социальной ответственности. Отлично. И это круто. Этот проект, он пришел вовремя. За короткие сроки нам нужно было изготовить металлокаркас. Если я приклею задницу к стулу, то я что-то придумаю. Мы не строили дома в короткие сроки, то есть, по сути, это дом полноценный. На самом деле для нас это как определенный прорыв. Барьера пока я не вижу. Сама крутость того, что павильон останется после мероприятия, это очень важно. Ты можешь успеть и посмотреть на эту красоту. Нужно, чтобы жизнь наполнялась смыслом. Конкрет Джангл – это семья и это жизненный путь.